Всем привет, ребята. Я специально включил запись показать, кто не звонит. И он, ну, на фон брал несколько блавлеров, и тут он сам. Я не понимаю. Я не знаю, что про него сказать. Он мне уже не знаю, какой раз звонит. Мне он звонил. Отклонить или принять? Я не знаю. Давайте отклоним. Все бравли, это почти все бравли. Ну сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать бравли. Я не знаю. Он сам отклонил. Всем пока. Хотя нет, подожди-ка. Я пока подожду, если мне кто-то позвонит. Ну, понимаете, мне застрял вот слово звонит. Ну давайте все-таки ответим, я не знаю просто. Ну пожалуйста, ну подпишитесь, а? У меня до сих пор было 0 подписчиков. Ну подпишитесь вы. Ладно, сейчас ответим. Да, блин ты. Давайте кнопку связь. Удержа, Адиджа. А что такое-то? Они не нажимаются. Что с этим лимоном не так? Только связь. Чего делают вообще у меня? Ку-ку. Да нафиг фон вообще не разговаривает. Такой у меня фон. Хочешь такой фон? Установите вот такое приложение. Видите обои Brawl Stars и вы это найдете. Вот они. И вот тот Леон, который мне звонит. Давайте этот. Ой, посмотрите, что с этим фоном не так. Кольт. О. Вот тут есть категория. И тут вы найдете всех бравлеров. Наверное, тут есть где-то Джеки, потому что это добрый мега. Что это? Не знаю. Тут один чего фон. И что это за мега? Там был мега ящик. И тут ничего. О, тут просто мега ящик какой-то. Это тоже непонятно что. Пайпер, Бока, Рика, Синди, Шелест в начале, Спайк, Тая, Тик. Тик последний. И тут, к сожалению, нет у нас звуки. А еще обновление не вышло тут. Поэтому Джеки нет. Давайте Шелли, на меня у них хорошие. О, ты не посмотрите на ее шифоны. А при чем тут Джесси? Четыре фона. Вот этот фон. Встречай новый Galaxy S. Давайте этот красивый фон. Джесси. И всем пока. Хотя не пока. Короче, я дальше буду... Да Леон! Жесть! Это ж невозможно! Да как мне это правильно звонит? Ладно тебе, блин, тупого. Да все, пока уже, всем, ребята, пока, у меня и так телефон скоро сядет. Сейчас я только сделаю, подожди-ка.